Ну при чем здесь биотуалеты? Ну, я прошу вас. А вы им скажите, что у нас биотуалеты под каждым кустом. Подождите. Ну почему я должен этим заниматься? Ну почему? Ну я глазной врач, понимаете? Ну у меня полный коридор больных. Ну, полный. Нет, я сейчас все вброшу и буду. Да что же это. Николай Иванович. Здравствуйте, доктор! Можно? Нельзя. Спасибо, доктор. Подожди. Вот они говорят, возьми еще больше свежести, а со мной еще зато не рассчитались. Да это коню понятно. Конечно, конечно. Они же говорят, возьми 10 этикеток, приз, фирменная кружечка. Слушайте, да пошли, они знаете куда? Да, правильно. Я специально почтовый ящик раскручил, чтобы кружечка пролезла, когда пришлют. Вот, доктор, вы не расковыривали, нет? Я прошу вас, перезвоните через 5 минут, у меня больной. Да. Сунул я руку в ящик, а там только кот нагадил. Так, хорошо, все. Закройте правый глаз, скажите, на что жалуетесь. Да, чтобы кружечка. Что, кружечку левый глаз? Дайте кружечку, и я уйду. Кого? Скосите глаза на меня. Я вырезал. Я вырезал и поставил, а они нет. Подождите, я глазной врач, понимаете? Да, доктор, вам виднее. Вот это такое, виднее. Что мне виднее? Кружечку. Подождите. Вы хотите, чтобы я дал вам кружечку? Дайте, доктор, дайте мне кружечку. Дайте кружечку. Вы что, издеваетесь? У меня полный коридор больных, кому глаз полечить, кому вырвать. А вы тут со своим кружечком. Вот именно кружечком. Кому посылали, тех и спрашивайте. Да, следующий. Да. Доктор, так вы дайте мне кружечку, я уйду. И меня нет. Ты что, больной? Да, доктор, больной. Меня 2 раза били. Раз так, а 2-й раз велосипедным насосом. Доктор, вас били велосипедным насосом? За что меня бить велосипедным насосом? За ролики. Собери 20 жеванных жвачек, напиши и пришли. Ну, у меня же жевать нечего, меня. Опусти-то я. Так я у пацанов поднимал, начал подписывать. Они меня же велосипедным насосом. Доктор, вас били велосипедным насосом? Или я уже спрашивал? Тебе сколько лет? По паспорту или сколько осталось? Да это же реклама, ты понимаешь, это реклама. Собери 10 крышечек, получишь 1 золотую. Получи 10 золотых, получишь 1 бутылочку. Вышли 10 бутылочек, получишь взад все свои крышечки, ты понял? Доктор, так никакие же они не золотые! Да, конечно, не золотые! Я из них зубы маме вставил, так или на 2-й день поржавели, так она теперь карасирами положила. Да это же дурят, чтобы больше покупали. Ты понимаешь, это дурят! Дурят! Конечно! Дурят! Конечно, дурят! Конечно, дурят! Спасибо, доктор! Доктор, они же что говорят? Они говорят, посети Макдональдс 4 раза и выиграй полет на Луну вдвоем. Ну, посетил я Макдональдс, так они меня целую неделю из себя выгонят, значит. Я у зарочном шкафу закрылся, спрашиваю, ну, когда летим? Они говорят, ой, где вы раньше были? Ракета только что улетела, мы вас месяц искали. Слушайте, еще воняет. Ну теперь ты понял, что дуря. Понял. Доктор, понял. Иди всем расскажи. Иди всем расскажи. Кошмар какой-то. Это какой-то кошмар. Доктор, так. Ну дайте кружечку, я и ушел. Я все понял. Дорогой ты мой, я тебе сейчас выпишу направление. Пропишите, доктор. Там тебе будет кружечка. Рубашечка с длинными рукавчиками. Ласковые санитарчики. И уточка под коечкой. Пишите, доктор, пишите. Антони, как говорят, собери 40 катышков, приз стиральная машина. Я же умный думаю, если 40 катышков одна стиральная машина, а коза за 1 сеанс дает 2000 катышков, так это прямая выгода. Ну, приноси им эти катышки. Доктор, вас когда-нибудь козой били?
не соглашайтесь лучше, когда велосипедным насосом. Хорошо, дорогой мой. Значит, смотри, вот тебе направление. А? Идешь в 201-й кабинет. Спасибо, доктор. Спасибо, спасибо, доктор. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я уже там был. Где ты был? А я всюду был. Вот на канале был насчет кризиса в администрации президента. Ну почему? Почему ты пришел именно ко мне? В регистратуре мне сказали, что вы тут один нормальный доктор. Я нормальный доктор. Я. Иди, скажи, что уже не нормальный. Так, доктор, вы дайте мне кружечку, я уйду. Я тебя сейчас убью. Доктор, может быть, я вам уже надоел? Да что? Дорогой! Да как же ты мог тебе надоесть? А где же я тебе возьму эту кружечку? Да что же я тебе рожу эту кружечку? Я что, тебе гимназистка кружечки рожать? Где я тебе возьму эту кружечку? Так на ней так и написано! Я тебя сейчас убью. Красненькая кружечка! И труп твой зарою! Дай мне знать, населенька, что красненькая! В разных местах зарою! Дайте мне кружечку с ручечкой! На тебе, сволочь! На тебе этикетки стрельного порошка, с ней не одуйся! На тебе жвачки! На тебе крышечку! На тебе ключи от квартиры! На тебе фотографии тещи! Что тебе дальше скотина? Трусы? Нет, трусики у меня есть! Доктор, мне чтобы кружечку! Красненькую с ручечкой! Ой! Тихо! Тихо! Что? Ой, здесь, потише, вот здесь. Ой, это что? Это что у вас, что? Что у вас? Что это? Это меня вчера пацаны велосипедным насосом. А что это у вас, что? Где? Вот это. Вот здесь? Да что это там у вас вот здесь? Нет. Нит Найнкайн? Дацист-кружечка. Да? Кружечка. Умру, но не отдам. А вот это идея. Хороший день. 4 доктора. 4 кружечки. 4 доктора. 4. Сумасшедший. Ты сначала собери 10 крышечек, получишь одну золотую. Собери 10 золотых, получишь одну бутылочку. Собери 10 бутылочек, получишь за все свои крышечки. Сумасшедший.